Сейчас будем расхламлять тот кусочек этого дивана, про который я рассказывала в расхламлениях про диван. Под диваном в первых двух частях. А это будет третья часть. Так, что у нас здесь? У нас здесь, на первый взгляд, шмотки. Но мы скоро доберемся до кое-чего интересного. Так, зайка, ты будешь мне мешаться? Ты хочешь мне мешаться, да? А может, ты посидишь? Ты тоже хочешь расслаблять? Сейчас будем расслабляться. Давай вот сюда. Садись. Сиди прям. Вот тут. Пузо горит чесать. Пузо горит мне чеши. Чеши мне пузо. Вот так. Я, говорит, пузо хочу, чтобы мне чесали. И пожевать тебе как раз рука. Собачки. У кого еще есть собачки? Итак, что у нас тут первое? У нас тут свитер. Voice of Europe. Акрил, нейлон, махер, 6, шерсть и лайкра. Базовый свитерок оставляем и натуральный. И в хорошем состоянии, не закатанный. Кладем как раз в соседнюю часть дивана, под дивана, которую мы уже расхламили с вами в прошлые разы. Так, юбка. Не знаю, на кого это юбка. На кого-то большого. Ой, она еще прозрачная. Нет, это избавляемся. Опа. Так, едем дальше. Что это у нас такое интересное? Будем мерить. Самое интересное же это померить все. Так, 12 размер, наверное, мне маловато будет. Опа. Опа. Да, чуть-чуть маловато. Пин-джакет. Ну, тоже устаревшая модель. Все в облепон. И такое сейчас, конечно, уже никто не носит. От него будем избавляться. Но отнесем его на переработку, потому что если кто-то, может быть, любит такие винтажные вещи или стилизует их как-то интересно, то, в принципе, он в хорошем состоянии. Вельветовый пиджак. Бордовый, кстати, как нынче модно. Цвет бургунди или черикова. Вот, очень модный в этом сезоне цвет. Так, едем дальше. О, тут какой-то просто питон. Питон бренда Wallace. Тоже 12 размер. Тоже пиджак. И тоже странного. Странного вообще фасона. Ну, как в плане странного. Когда-то он, наверное, гремел по своей модности и актуальности. Сейчас, конечно же, уже нет. И опять-таки у него фактура и материал очень тоненький. Видите, они тут прям так погнулись. Как я называю это, сопливенький. Под одним из прошлых видео меня просили объяснить, что же такое сопливенький. Сопливенький — это когда вот так. Ты вот так вот смотришь, и непонятно, это пиджак или кофта, или что это, что-то невразумительное. Пиджак, он должен иметь структуру и форму, чтобы тебя всю подсобрать. Поэтому это не тот вариант, и по фасону он, конечно, уже устарел. Хотя материал мне нравится, вот смотрите, какой. Такая, как обливные дубленки были, это обливная... Замша, наверное. Или искусственная замша. Еще с принтом немного под змеюку. Прикольная такая, но нет. Так. Опс. Опс. Господи, в этой квартире еще расхламляться и расхламляться. Видим до сих пор со всех сторон. Где-нибудь во что-нибудь врезаемся и что-нибудь сшибаем по дороге. Так, дальше у нас идет джинсовый пин-жакет.
тоже 12 маленького размера. Узенькая кольчушка. Хопа. И вот эти вытертости сейчас, конечно, уже вообще совершенно не в тренде. Но он мне еще прям ужасно мал. Вот. Но это тоже от него избавляемся, потому что никто в этом, конечно, ходить не будет. И этот пиджак, он же куртка, он же все вместе. Плюс еще очень-очень сильно приталенный. Вот видите, тоже и сзади эти вытертости, которые, конечно, очень сильно дешевят все вещи. Избавляемся. Так, что у нас дальше? О-о-о. Я уверена, у многих такое есть. И даже в магазинах новых коллекциях такого плана есть одежда. Но я, честно говоря, не знаю, из какого прошлого она к нам приехала. Это трикотажный, ну, наверное, это можно назвать джемпер, но у него вот такая V-образная горловина. И сделан он из какого-то жутко синтетического материала, потому что он прям, я его достаю, а он колется. Нейлон, эластан, акрил. 3% шерсти и еще раз эластан. Ну, понятно. Сделан из нефти с краской. Так, едем дальше. Так, еще один кардиганчик. Кстати, сейчас кардиганы опять входят в моду. Но нюанс в чем? Что кардиганы не вот такого фасона. А более объемные. И сделанные, наверное, из ангорки или из такого пушистенького мохера. Такие объемные. Потому что этот, видите, он прям, ну, он узенький. И прям от него попахивает винтажом. Плюс у него еще вязка вот этими косичками. Очень-очень много деталей. Еще белая вот эта полоска на рукавах и на нижнем крае. Современные кардиганчики, они такие объемненькие, пушистенькие и с гладкой вязки. Поэтому... А, еще этот до кучи, он не теплый, а сделан из хлопка. Сейчас я еще проверю на всякий случай, не путаю ли я состав. А, это даже коттон и акрил. Перемешку. Ну да, такая вещь, она не греет. Чисто декоративная, не актуальная, избавляемся. Так, дальше. Я не пойму, это платье микро или дальше. Зайка опять что-то притащила мне. Так. Вот так его надо надевать. Крышку он спер. Да, я вижу, что крышку спер. Тоже из хлопка, с каким-то невнятным воротником. Тоже каким-то сопливеньким, непонятным. И очень тоненький. Ну, то есть вот, ой, еще весь до кучи в катышках. В чем фишка таких вещей? Они призваны, чтобы тебя греть. Соответственно, скорее всего, если эта вещь шерстяная и будет тебя греть, то либо ее стирать каждый раз после того, как ты ее поносишь, либо есть лайфхак, чтобы шерстяные вещи не стирать часто, потому что это некоторый геморрой, потому что их нужно определенным образом в холодной воде лучше вручную постирать, потом на ровной поверхности посушить, чтобы она сохранила свою форму и не села после стирки. Лайфхак вот в чем. Под шерстяные вещи надевать облегающую, плотно облегающую ХБшную, либо термо, футболку с длинным рукавом или лонгслив. Тогда ты вот эти вот свитера или кашемировые вещи, шерстяные, кашемировые, неважно, сможешь носить не один раз, а несколько раз. Они тебя будут греть, но пропитываться запахом тела после целого рабочего дня они не будут. Эта вещь сделана у нас из кого? Сейчас скажу. Процентов кашемира, остальное
Чего? 15% типа кашемира и 85% шелка. Нормально? Мне кажется, это кто-то тут наврал. Вы посмотрите, правда. Но на ощупь, и потому как катушки на нем собрались, это хлопок. Хлопок, может быть, с каким-то акрилом. Где это? Вот, смотрите. Ой, я надеюсь, видно. Ну, в общем, не вру. 85% шелка и 15% кашемира. Но это точно не так. Была бы зажигалка где-то рядышком, я бы, конечно, ее подожгла, чтобы проверить. Но на ощущение это акрил с хлопком. Странно очень. Зачем здесь этот шильдик пришит? Так. Из прошлых расхламлений мы мерили с вами тоже подобного типа рубашки с коротким рукавом. Вот еще одна. Единственное, я не буду ее мерить, потому что у нее уже ужасно желтый воротник грязный. И я не хочу такое мерить. Из чего она сделана? Похоже, что хлопок, тонкий-тонкий хлопок с чем-то, но шильдика нету. И еще вот здесь дыра. Ну, в общем, понятно, сразу на мусорку это идет. Так, вязаная вот такая штучка. Ну, ее, кстати, можно оставить, потому что под нашу винтажную мебель она по стилю подходит, по дизайну. И, может быть, когда-нибудь мы доберемся сделать здесь ремонт после всех миллионных расхламлений, когда здесь будет вообще уже свободно и можно будет хотя бы развернуться, чтобы что-то здесь сделать. И, может быть, она туда как раз для дизайна такого винтажного будет хороша, поэтому оставлю. Так, платье-футляр, классическое платье-футляр и модного нынче вот этого, ну, это не бордовое, это скорее, наверное, по цвету напоминает сливовый компот. Знаете, такая замыленная немного сливовая водичка. Тоже платье никто сейчас такое носить не будет. Никто. Да, и оно большого размера, 16-го, 44-й. Это плюс 6, это 50-й. Ну, конечно, никто его не будет носить. А из чего сделан? Полиэстер. 100%. Так, избавляемся. Все вещи понесу в контейнер на переработку, кроме вот этой вот рубашки с дыркой. Потому что они, в принципе, нормальные. И, ну, вдруг кому-то нужно, чтобы носить хоть что-то, я думаю, пригодится. О, еще одна рубашка тоже странного фасона. Это, наверное, привет из 90-х, когда были модные подплечники вообще во всех местах, в рубашках, в пиджаках, везде. И вот у этой рубашки тоже и подплечники, и на полочке какой-то рисунок масонский. А вообще она такого цвета светлого яичного желтка, но сделана из какого-то жуткой синтетики. Ну и, конечно, тут так сильно застиран ярлычок, что уже непонятно из чего. Да, вообще даже не прочитать. Так, избавляемся. О, слышали? Я уже просто вижу, что там. Но вам покажу чуть позже. Сейчас с вещами разберемся. Так, о, я помню, это было, наверное, я была в классе в 9-м, когда были в моде такие джемперы. Именно вот такие, не в клеточку, а с таким геометрическим принтом, скажем так. Тоже сделанные из непонятной синтетики. Тут видите сразу и геометрический принт серый с серо-голубым, и вот черная полоска, она с блеском. И здесь коса, плюс уже пожелтевший воротник. Ну, в общем, даже если учесть, что, допустим, лежит у вас такая вещь, но без, ну, с нормальным воротником, имейте в виду, что на современный лад, современные тренды, это уже слишком много деталей в одной вещи, поэтому не нужно. Покупать новую точно не нужно. Так.
Так, огромная какая-то футболка сливового цвета. Бренд Partners 2, что бы это ни значило. Но из этой футболки точно все вывалятся, поэтому избавляемся. Едем дальше. Желточек. Футболочка желтенькая. Обычная КБшная футболка. Размеры XL. Видимо, в мужском отделе брали, потому что на ярлычке даже написано, что футболка и размеры XL. Чтобы никто не перепутал, что это за вещь. Никогда. Так, ну обычная ХБшная, в принципе, нормальная. Жуткий, конечно, желтый цвет, потому что европейцам такой насыщенный оттенок желтого редко когда идет, потому что, отбрасывая тень на лицо, ну, сейчас совсем плохо видно, у меня и так плохой цвет лица при искусственном желтом освещении. Ну, ладно, оставим. Как база, в принципе, пойдет. Так. Еще что-то жутко синтетическое. И тоже с остатками, с такими пожеванными подплечниками. Так, это... О, божечки. Бабушки иногда такое носят. Сейчас покажу на себе, потому что так не очень понятно. Это какая-то вариация на тему пинджака. Для, мне кажется, бухгалтерш такого старого еще формата. Внутрь еще блузочку надеть. Или училок. Вот у меня в школе училки ходили. Им, наверное, было, ну, по нынешним меркам, наверное, 50-60. Но сейчас 50-60-летние женщины такое не носят. Сейчас вот бабуленька такое, наверное, будет носить. Но нюанс в чем? Она даже на видео смотрится лучше, чем в жизни, потому что в жизни это жуткая синтетика, которая у меня очень сильно колет. Смотрите, какая здесь богатая пуговица, которая непонятно, почему она с золотом, когда здесь вот все белый рисунок. Но, в общем, тоже избавляемся, потому что... Ой. Не будем желать тем, кто, возможно, сюда приедет, ходить в вещах, которые будут их сильно старить. Оп. Так, это что? Это шарф или простынь? А, этот какой-то палантин, наверное, так это правильно назвать. Тоненький палантин, но больше похож на кусок шторы. Потому что, смотрите, у него такой формат. Ну, типа, по мотивам габардино. Вот, ну, тоже очень странный и каких-то подозрительных цветов. Сейчас покажу. Тоже вот эти вот желтые цвета европейкам. Очень... В чем суть? У европейцев под тон кожи портится и выявляет все недочеты, там, прыщички, которых может быть и нет, или, например, какие-то темные круги под глазами, цвет кожи начинает желтить и становится такой болезненный. Поэтому вот европейским дамам, девушкам, сеньоритам лучше желтое около лица не носить. Ну, либо носить в какие-то госорганы, когда нужно выглядеть победнее и похуже, чтобы что-то у них выклинчить, какую-нибудь там, не знаю, субсидию на что-нибудь. Вот. В любом другом случае, скорее всего, желтый цвет будет плохо к вашему лицу, поэтому лучше всего носить холодные оттенки любого цвета. Так, что это у нас такое? Что-то... Это майка? А, это топ. Секси топ. Не знаю даже, к чему этот топ можно носить. В принципе, симпатичный по цветам, аккуратно сделан. С чем можно носить такую вещь? Чтобы это выглядело как-то более-менее современно. Потому что надеть его просто вот так, с какой-то юбкой, ну, разве что на дискотеку на пляже. Так, чуть-чуть прервались. У Ника был звонок рабочий. Так, как можно носить вот этот топ? Либо на какую-то дискотеку, но лучше, чтобы это смотрелось современно, сверху надеть какой-то там пиджак, или можно еще, например, надеть его на простую белую рубашку. И тогда это будет празднично и хорошо. Yes. Чего? Да не, просто... 15 минут. А, может, мы тогда с ним выйдем пока? Давайте.
выйдите. Так, здесь крышу можно выключить, ничего не надо уже. Да. Так. Что у нас здесь? Какая-то... Что это такое? А, это, наверное, но очень странной формы, потому что, видите, здесь вот так. Так. А вообще это все дело треугольное. Наверное, какая-то накидушка. Или для какой-то специальной. А, это может быть. Блин. Нет, на штору не похоже на кусочек. В общем, какая-то непонятная вещь. Тоже избавляемся от нее. Так. Здесь есть полотенчико кухонное. Вот это вещь полезная. Не знаю, правда, из чего оно сделано. Сейчас глянем. Так, вафельное полотенце Пасха, хлопок. О, хороший состав, для кухни пойдет. А то тут вроде бы много текстиля, но он весь в таком печальном состоянии, и хороший будет в самый раз. Так, из тряпочек последняя вещь, это футболка, но она уже, видно вам, да? Вон в пятнах каких-то, ну поэтому однозначно избавляемся. И самое интересное, до чего мы наконец-то добрались. Сейчас я переверну камеру, пока. Вот оно. Это сервиз Мадонна, который когда-то из ГДР привозили задорого в подарок, ну или бы себе. Так, и сейчас мы посмотрим. Оскар Шлейгермих. Так, это нам нужен эксперт. Ник, ты как эксперт можешь посмотреть, это тот самый аутентичный Мадонна или нет? Вот этот Оскар Шлейгермих. Здесь еще есть Хед Тильмер Порселайн, Made in Germany. Вот это, наверное, он. Да, есть вот такой. А есть другой. Фортуна Айзенберг. Фарфор. А, по-русски вообще написано. ГДР. Как это понимать? Что, разные коллекции, что ли, получается? Вот такой есть. Разные коллекции. Да. А какой вот этот, который ценный? И еще какой-то еще вот такого бренда. Ну, тоже вроде бы фарфор такой аккуратненький. Так. Да, кстати, большая коллекция, надо его как-то аккуратненько разобрать, наверное, на столе. Ой, тут под чайные пакетики, кажется, вот эти вот штучки. Ну, это под чашечки, там были чашечки такие. Под маленькие чашечки? Угу. Вот так думаешь? Просто они такие маленькие, и здесь, видишь, нету бордовой части. Мне кажется, может быть, это... Хотя, может быть, и под чашечки такой блюдечек. Потому что такие маленькие обычно используются под чайный пакетик, чтобы его специально класть. Угу. Ну, вот это вот похоже вот прям совсем на то, что нужно. Вот как? Вот это под вопросом. Фортуна надо, Айзенберг, да? Надо посмотреть под АУПы. Просто зависит. Вот тут есть, да, вот этот Оскар Шлейдермильх. Ну, вот это вот, да. Так. А вот этот? Еще есть. Получается, три варианта. Без рисунка. А, должен быть рисунок вот именно с девочками, да? Вот с, ну, если оригинальная Мадонна, да, и должен быть. Ну, там смысл в чем, что есть вообще, где не принт. Типа вручную? Типа вручную, да. Ну или какой-то способ нанесения.
Ну, можно почитать, будет разобраться. Что да, здесь. Надо выяснить, что из этого вообще там то самое аутентичное. Договориться, что из этого можно забрать. А ты хочешь из этого что-то забрать? Куда? Ну, я думаю, что пару вещей из этого можно забрать, которые самые неправильные. Окей, просто не знаю, куда нам это? Я тоже не знаю. Но забрать надо, да? Может быть, и не надо. У нас замка-то нет. Замка пока нет, да. Так, и пепельница поздам. Ну, давайте сюда. Я точно заберу. Будешь курить сигары. Я, кстати, знаю. Ты же ходишь курить сигары, просто на улицу гуляешь. Зачем тебе пепельница? Ну, будет. Чтоб была, да? Так, что здесь еще интересного есть? А, здесь еще. Так, аккуратненько надо. Да, это вот тоже. Тоже Мадонна. Это получается сахарница, наверное. Я знаю это место, правда, парк. Так, вот. А, вот еще Фортуна. Да, тут есть, получается, три надо коллекции этой Мадонны. Ты сфотай просто маркировку и загугли ее, что это такое. Хорошо. Это мы сейчас сделаем. Так. Что здесь в коробочке? В коробочке коробочка. Еще коробочка. Зачем здесь куча пустых коробочек? Непонятно. Ну, что цены уже спиздили. Да. Так. Цена 50 рублей. Музей Ивановского чего-то там. Иваново. Ну да, тут пустые коробочки. И упаковочка из каких-то, видимо, подарков кому-то. Что здесь еще интересного есть? Какой-то странный мальчик. Кто-нибудь знает, что это за мальчик? Ну, наверное, просто фигурка. Так. Еще одна коробочка. Что это, из-под палочек китайских? Ой, смотрите, как интересно сделано. Застежечки, чтобы коробочка не открывалась. Опа. А, здесь веер. Классно, да? Опа. Веер. Да, я помню, такое было модно. Пахнет сандалом, наверное. Да. Не знаю, правда, кому это сейчас может понадобиться. Веера нынче нужны только в жаркой-жаркой Испании. Но мы туда уже не собираемся. Тут еще есть интересное. Но пока больше ничего интересного здесь нет, кроме этого фарфора. Я сейчас тогда сфоткаю маркировки, чтобы погуглить и понять вообще, какая из них ценная часть, а какая не ценная, чтобы потом вообще решать, что с этим делать. Но, наверное, самым разумным будет как-то это отсюда выгрести и поставить и пользоваться. Потому что иначе зачем? Зачем он тут лежит горой? Надо пользоваться. Все самое лучшее на повседнев. Ну ладно, на этом я заканчиваю видео. Надеюсь, вам было интересно. А мы пойдем гулять с собакой. Все. Хорошего всем вечерочка. Жду ваши комментарии под этим видео. Пока-пока.